пучком выше на 4 сантиметра, чем нулевая отметка нашего грунта. Почему мы это делаем? Потому что под тяжестью, когда дерево мы будем поливать, под тяжестью своего веса, оно будет утапливаться. И тем самым примерно в течение сезона дерево подпросядет у нас, корневой ком сплющится, и дерево присядет на нулевую отметку. Это очень важно.